Когда хочется приготовить к чаю что-нибудь простенькое и вкусненькое, сделайте нежнейшие, очень аппетитные и несложные бублики из заварного теста в домашних условиях. 1. В небольшой сотейник или кастрюльку выложите сливочное масло и влейте воду, поставьте на огонь. 2. Всыпьте щепотку соли и доведите до кипения, уберите огонь до минимума и дайте маслу полностью раствориться. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Яйцо, 3 штуки. Мука, 250 грамм, примерно. Сливочное масло, 75 грамм. Вода, 150 миллилитров. Соль, 1 щепотка. Сахарная пудра, по вкусу. Количество порций, 8-10. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.